Даже если вы не читали Кинга, вы видели фильмы по его произведениям. Все началось с Кэрри. В конце все горит, а ты смотришь и не можешь оторваться. Калейдоскоп ужасов стал культом. Оно напугало меня до смерти. Ты что, не хочешь поздороваться? «Кладбище домашних животных» — отличный фильм. «Мизери» — один из моих любимых фильмов. Стивен Кинг пишет в первую очередь о людях, которых затем помещает в фантасмагорические ситуации. Местом действия он выбирает не мегаполисы, а маленькие городки, и поэтому его истории близки и понятны всем. Это идеализированная Америка, которая внезапно погружается в кошмар. Мои любимые экранизации Кинга — «Останься со мной» и «Побег из Шоушенка». Я был потрясен, что писатель, который для меня всегда был автором ужасов, создал такие прекрасные и пронзительные книги. У Кинга на самом деле одна из главных тем — отношения между людьми. Будь то семья из Куджо или история Джека и Венди из «Сияния». История не о том, что будет, а о том, что уже здесь. В этом и есть гений Стивена Кинга. Он видит будущее, которое обычные люди увидеть не способны. Конец близок! Он был зеркалом поп-культуры, а теперь он сам поп-культурный феномен. Вселенная Стивена Кинга. Фильм «Дафны Бивир». В кинотеатрах с 21 сентября, в день рождения короля ужасов.